Вайкра, всем привет, доброе утро. Поехали. Вчера, видите, пропустили, не успели. Сегодня снова в эфире. Так, подключаемся, немножко ждем. Сегодня обсудим просто такую одну интересную, отдельную, очень интересный момент в Торе про... Ох, про горящий куст. Странное событие. Удивительное, чудесное событие. Чему меня в жизни учит говорящий горящий куст. Всем доброе утро, привет, подключаемся. Так, сейчас я увижу, что вы здесь. Facebook не самое быстрое пока что творение на свете. Так, Нивня, Максим, привет. Максима я вижу сразу. Да, я готов сейчас. Сейчас главное, чтобы вы были готовы к этому. Понедельник. Вайкра в строю. Сразу. Каждый день трансляции. Так. Все, поехали, да? Поехали. Я же на Вайкре зашел, правильно? На Вайкре. Я имею в виду, не со своего аккаунта я включился. Значит так, что можно сегодня обсудить? Сейчас там в недельных главах Тора уже евреи вовсю выходят из Египта, уже Тору получили. Мы всегда в иудаизме, мы всегда смотрим на причину, потому что если ты знаешь причину, знаешь почему что-то происходит, то тогда для тебя раскрывается то, что за этим стоит. Так, теперь... То есть, самое начало, самая первая точка в любом процессе, в любой вещи, в любом событии, она отражает суть вещей. Поэтому говорят, например, что в Береши, ну, в самой Торе, самое первое слово содержит всю остальную Тору, и самая первая буква содержит все остальное. Точно так же, как зернышко маленькое, оно содержит в себе весь ген и весь потенциал того, что будет дальше. И поэтому это подход Торы, и, в принципе, это очевидно из жизни, что... Ну, как бы, как корабль назовешь, так он и поплывет, наверное. То есть, что первая вот эта вспышка, причина, мотив, по которому что-то происходит, он главный в процессе, и из того, как что-то начинается, мы узнаем, что будет дальше вообще, о чем это. И мы всегда ищем причину, то есть, там, обиделась она, что-то обиделась. Евреи попадают в Египет, почему? То есть мы всегда спрашиваем вопрос, почему это произошло. Мы всегда спрашиваем про причины, то есть мы спрашиваем про начало вещей. И когда мы знаем, почему что-то началось, из чего это началось, то это раскрывает нам суть этой вещи. Теперь весь исход евреев из Египта начинается с того, что с горящего куста. То есть горит, Моше идет, он еще пастух. Он идет, горит куст и не сгорает, и начинает с ним разговаривать. И почему Бог, он проявляет себя через этот горящий куст, это такой интересный, это важный вопрос, наверное, на который нужно ответить, чтобы понять всю тему исхода вообще. Так вот, значит, почему так выглядит раскрытие Бога вот в этот момент? В самом начале исхода он начинает Моше говорить, что выходите, скажи им мое имя, и начинается исход. Куст горит и не сгорает. Давайте вспомним, какие еще есть ситуации, в которых есть что-то, что горит и не сгорает. Например, когда Авраам начинает свой путь духовный, написано, что Авраам, он как бы в духовной реальности, Авраам увидел замок, который горит и не сгорает. И он посмотрел на мир, и это было как замок, который горит и не сгорает. И он сказал, что разве может быть, чтобы у этого замка не было хозяина? В чем здесь идея? Весь наш мир, он такой, что здесь постоянно происходят хаотические процессы разрушения, и что-то ломается, и вроде все такое непонятное, как причинно-следственные связи работают непонятные, где в этом всем Бог, как это все устроено, на первый взгляд часто бывает сложно увидеть, какие-то смерти, болезни, плохие вещи. С другой стороны, в этом мире всегда можно внутри увидеть структуру.
И Авраам увидел вот этот замок, то есть он увидел структуру, то, что горит и не сгорает. Это первая такая идея. И Авраам вот за этой структурой, что есть структура у всего мира, он сказал, что мир сложный, такой упорядоченный, это второе доказательство, которое мы недавно с вами разбирали. Значит, у этого замка есть хозяин. Это была одна такая ситуация. А другая ситуация, мне кажется, которая ближе всего к этому кусту, такой интересный. В принципе, первый призыв к Аврааму, он «Лех-леха», «Выходи из своих обстоятельств и меняйся». То есть, в принципе, «Начни путь». То есть, это первый призыв к Аврааму. Это же первое, в принципе, весь исход из Египта, это значит «Иди». То есть, «Выходи из своих ограничений, из своих обстоятельств и меняйся». А в «Гарри Поттере», у Дамблдора, там было такое это создание, Пэт, как это, домашнее животное было у Дамблдора, Феникс там был. Это такое мифологическое создание, которое, что с ним происходит, это, в принципе, процесс жизни человека, оно отражает, что это что-то, это что-то, что летит, горит, умирает и возрождается. И это, в принципе, отражает жизнь, постоянный внутренний такой духовный внутренний процесс человека. Теперь, что видит Моше, он видит куст, который горит и не сгорает. То есть этот куст, он постоянно, ну, дерево должно сгореть или должно превратиться в пепел, и огонь это то, что уничтожает вещи. Моше видит этот куст, и он горит, но не может сгореть. То есть получается эта идея постоянного обновления, возобновления. Теперь, в чем получается, заключается путь человека, и в чем заключается, что Моше видит, что то есть Бог ему показывает, смотри, вот сейчас будет такая ситуация, это то, через что вы будете идти всю историю человечества, это то, в чем будет заключаться выход из Египта, и ваша история, в принципе, это будет вот такой горящий куст. В чем идея за горящим кустом? В принципе, получается, это идея постоянного самосовершенствования и трансформации. Человек постоянно в своей жизни проходит разные этапы и разные внутренние изменения, когда он меняет свои убеждения, свой взгляд на мир. Чтобы жить, мы должны постоянно трансформироваться. Но через что эта трансформация происходит обычно? Она часто происходит через сложности, через то, что прошлые твои какие-то убеждения о жизни должны отмереть. И любой переход на новый этап, там, любой переход на уход от родителей, начать новую жизнь там с каким-то с женой, дети, еще дети, просто начать переосмыслить свою жизнь по-другому, начать по-другому строить отношения просто с людьми вокруг тебя. Это каждый раз трансформация, когда старый ты должен умереть, и новый ты должен появиться и начать действовать заново. То есть это постоянный процесс саморазвития. Он происходит вот через такое горение, то, что ты постоянно трансформируешься, видоизменяешься и становишься все лучше. То есть это куст, который горит и не сгорает. И это весь путь человека по жизни. И Бог показывает через этот куст Моше, что это путь, по которому пойдет весь еврейский народ. И вы будете идти по этому пути всю историю. А теперь, что из этого куста говорит ему Бог? Моше у него спрашивает, а как я тебя назову? Какое твое имя, которым я назову тебя евреем, чтобы они мне, ну, как-то, в общем, как мне, собственно, тебя представить? И он ему говорит, назови мое имя. У Бога есть много имен. Здесь он говорит, когда происходит вот эта ситуация с кустом, он говорит, назови мое имя, буду как буду. А потом второй раз он говорит, скажи евреям, буду послал меня к вам. То есть Бог здесь представляется как Бог будущего, можно сказать. То есть я буду послал меня к вам, он говорит. В чем здесь идея? Идея в следующем. То есть это горящий куст, это куст вот этот, который отражает самосовершенствование и постоянную трансформацию. К чему этот процесс приводит? К будущему. Что есть в будущем? В будущем есть потенциал. И я буду, то есть Бог говорит, я ваше будущее через процесс вот этого горения и трансформации. Если ты правильно выстраиваешь свою жизнь, постоянно совершенствуешься, постоянно становишься лучше, постоянно становишься ближе к себе, лучше с людьми и ближе к Богу, постоянно происходит у тебя вот этот внутренний процесс самосовершенствования, улучшения внутренней трансформации,
то тогда из этого куста идет голос, как бы тебе начинает светить твой потенциал, вот эта путеводная звезда, за которой ты идешь, как она достигается через вот эту постоянную трансформацию. Сможете ли встретиться? Я думаю, что напишите мне ну, мне напишите. Окей, то есть теперь получается за всем вот этим процессом выхода из... То есть с этого же начинается Авраам. Авраам начинается Лех-Леха. Выходи из своих ограничений, из менталитета своих родителей, из менталитета своей страны, и все вот это ты должен выжечь и построить себя заново. И в этом же идея, в принципе, любого еврея, это то, что он должен делать постоянно. И в этом вся идея выхода из Египта. Прямо с иллюстрации наглядный вот этого процесса начинается выход из Египта. Что такое человек? Это вот это деревце, да, то есть это какая-то структура, система, то есть это там система наших ценностей, убеждений и так далее, которая горит, и ты должен постоянно трансформироваться и постоянно самосовершенствоваться, и через это ты можешь достичь своего потенциала, своего настоящего будущего и своей настоящей связи с Богом, тем, что ты постоянно, постоянно работаешь над собой, выжигаешь прошлое, которое в тебе было неправильным, и создаешь что-то новое, постоянно это обновляя. Вот, это та идея, которая, я думаю, одна из идей множества, которые стоят за этим горящим кустом. Это то, чем сегодня я хотел с вами так коротенько, коротенько поделиться, что главное в человеке — это самосовершенствование, это горение и возобновление, это то, что это символизирует. В этом вся идея вообще еврейского народа и вся идея спуска евреев в Египет. И это весь, как бы, главный инструмент выхода из Египта. И то, что говорят из этого куста, я ваш потенциал, то есть через вот это горение и постоянное обновление раскрывается ваше будущее, и вы можете достичь своего реального потенциала в будущем через вот этот процесс постоянной трансформации. Да, горим ради Творца, обновляя жизнь. Спасибо всем большое за внимание, всем прекрасного настроения, да, доброе утро, всем хорошего настроения, и ищите в своей жизни постоянно, где вы можете обновляться, где вы можете посмотреть на жизнь по-другому, на мир по-другому. У всех у нас есть какие-то серые зоны, в которых у нас, то есть у любого человека, если спросить, что ты можешь исправить и делать чуть-чуть лучше, вот в чем ты свою жизнь можешь, что ты делаешь не так, и ты можешь делать это чуть-чуть лучше. У любого абсолютно человека невозможно достичь абсолютного совершенства, и у любого есть чуть-чуть что-то, что нужно из себя дать ему сгореть, и для того, чтобы пришло что-то новое. Это то, что раскрывает нас как людей и отдает нам связь с Творцом в принципе. Вот так. Большое спасибо за внимание. Вайкра. Всем хорошего утра. Бай.